Всем привет! Пришел очередной мелкий пакет с Алиэкспресс. Вот такой пакетик. Доставка составила чуть больше 20 дней. Цена на время заказа 208 рублей. Плюс доставка 35. Трек-номер отслеживался. Откроем, посмотрим. Пакетик пусто. Так, вот он. Это у нас кронштейн, держатель для фотодела, для съемок видеокамер. Вот такие два здесь бегунка ходят с резьбой. Один 4 дюйма. Центральная тоже имеет резьбу. Все хорошо. Закручивается. Для крепления видео, фотокамер, для вспышек, кто что угодно. Вот эти прокладочки прорезиненные. Качество отличное. Длина 27 сантиметров. Ширина 2,8 сантиметра. И толщина у нас 4,15 миллиметра. Качественный такой металл. Интересно, магнитится, нет? Нет. Не магнитит. Вот на этих барашках тоже есть резьба. То есть тоже наворачивается. Сами барашки тоже должны сниматься. Да, вот. До конца ее отодвигаешь. И вот здесь есть такой прорезь. Вот так он выглядит. Хорошенькая штучка для крепления фото-видеотехники. Ну вот так, к примеру, это можно все крепить. Очень прочно все держится. Крупная техника. Такой кронштейн. Можно пофантазировать. Спасибо всем за просмотр. Будьте здоровы и пока-пока.